Какая бы политическая сила Португалии сегодня не опережала в других вопросах, исход предстоящих в воскресенье выборов не ясен никому. От 23 до 25% избирателей пока не определились, а их решение в последний момент может изменить ландшафт на политической карте. Впрочем, в Португалии за последнее время не появилось никаких протестных партий. Я не жду никаких улучшений, ничего не изменится к лучшему, они все воры. Я не жду ничего хорошего. Все друг друга обманывают, политики друг друга и все вместе нас. Так чего ждать в будущем? На заключительных предвыборных ралли ведущие партии обещают избирателям и покончить с безработицей, улучшить систему здравоохранения, обеспечить достойную старость. Правда, как говорят политологи, программа консервативно-либеральной коалиции Португалии впереди во главе с Педро Пасуш Коэлю мало чем отличается от правоцентристов социалистической партии. Ее возглавляет Антонио Коста. Их имидж омрачают коррупционные скандалы, но социалисты не сдаются. Блок коммунистов с зелеными, по последним данным, может заручиться поддержкой чуть меньше 15% голосов. Completely.